5 фальшивых больничных и 3 случая поддельных записей в документах было выявлено на территории региона за последние 3 года. Сотрудники фонда социального страхования ужесточили контроль за листками временной нетрудоспособности. Обязательной проверке подвергаются более 60% выданных документов. Каждый работающий курянин в среднем неделю из 12 месяцев проводит на больничном. Около 800 миллионов рублей ежегодно идут на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Сотрудники фонда ведут тщательную проверку выданных листков. Потеря работы – минимальное наказание, которое ждет нарушителей. Работающие граждане, которые злоупотребили своим правом и пошли на вот такие действия, они получили реальные сроки, где-то и 6 месяцев ограничения свободы, и штрафы. В течение года специалисты проверяют порядка 130 тысяч листков нетрудоспособности. В 2014-м липовых больничных пока не выявлено.